И снова здравствуйте! С вами «Последние новости». В этом выпуске мы расскажем о Викторе Ане. Стало известно, что российский шорт-трекист Виктор Ан рассказал о планах на ближайшие годы и опроверг информацию о завершении своей карьеры. Он сказал о том, что хочет продолжить выступление и будет усердно тренироваться, чтобы принять участие в отборочном турнире в августе. Этим он поделился в разговоре с южнокорейским изданием «Хэнхян Синмун». Он также сказал, что хочет выступить за российскую национальную команду на Олимпиаде в Пекине. Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая в 2022 году. Виктор Ан – шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку и самый титулованный спортсмен в истории этого вида спорта. А нам остается пожелать Виктору Ану здоровья, удачной тренировки и новых побед! Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!